совершенно правы. Раньше нефть в Афганистане, героин для России, Украина газ. У США все настолько уже явно известная поговорка теперь будет выглядеть так. У вас есть что-нибудь в метрах, тогда мы летим к вам. Ну, это хорошая фраза. Добыча сланца экологически опасна. Нужно вылить в 100 раз больше скважин, чем при добыче метана. На окраине может получиться еще одно заблуждение. Но в то же самое куда время, наехала? Как вы знаете, в Америке эта тема идет и идет хорошо. То есть очень активно. А если на Украине будет еще одна зона отчуждения, какая разница американцам? Ну, будет зона отчуждения. На их компании и компания не напрямую связана с ними, напрямую через семейные отношения будет выпустить. Ну и нахуй. Дурная, да.